Так. Добрый вечер, товарищи, соплеменники, собутыльники, друзья и вообще вся приличная публика, которая сразу собралась. Вон сколько нас много. Я посчитал по головам, нас 20 человек ровно. Со всеми. Без официанток. Это Руслану 20 будет, правда? Вот, начинаем. Сегодня у нас очередной раунд «Соловьиной дрели». Через 3, 23-го, по-моему, Всемирный день поэзии. Учтите, а? 21-го. А, 21-го, да. То есть вот-вот. Да-да, Всемирный день поэзии будет. Мы тоже будем отмечать его немножко. Вот. А сегодня мы собрались очень интересно и неожиданно, что нам сегодня нужно отметить знаменательный день в нашем сообществе, такой как юбилей нашего любимого друга из города Салават, Руслана Филиппаса. Я не буду говорить, сколько ему лет, как-то неудобно. Он немножко помладше меня чуть-чуть. Да ну что, 30 и такой возраст. Конечно, о, видишь, комплименты пошли. Ну, а он красавец, команду привез интересную с собой, друзей моих. Так само получилось. Вот, и мы решили его наградить от имени. А что свет-то вырубили? Свет, а мне тут нормально, мне видно, а вам, ладно, перебьетесь. А, ну да, конечно. Там не пронесешь же мимо. Итак, Руслан, Киляли. Хазар. Ушти! Айда сюда. Итак, муниципальное казенное учреждение отдел культуры администрации города Стерлитамак выражает благодарственное письмо отдел культуры из Стерлитамакской рок-группы Нишечка, выражает благодарность. Потом фломастера не было хорошего, напишу хорошего фломастера. Руслану Филиппасу, автору, исполнителю, поэту, музыканту из любимого нашего города Салават, за активное участие и помощь в культурной жизни нашего города. Желаю вам, дорогой, здоровья, процветания и творческого вдохновения. Начальник МКУ отдел культуры Зинатуллин, министр наш. И президент Стерлитамакского клуба. Славка Гнусин. Вот падла, да? Он просто все знает. Вот вручаю тебе такую. Подожди, не уходи, у тебя еще порадуюсь. О, даже с музыкой. Вот, а это от коллектива наших друзей. Мама дорогая. А, крутя, ну, слушай, я прям такой. Да не попал, Сергеич, не попал. Навыки теряю. Слушай, ну вот прям все передам. Это интимный подарок. Свои? Естественно. У меня потертый, я ему новый. Ну и так, сегодня так скромно, Руслан накрыл полянку небольшую. Значит, кто жаждет, не стесняйтесь. Подходите, по рюмашке обломится вам. Вот. Я уже, значит, книжку, как пел Высоцкий, отметил, так вот у нас сегодня поэтический, так сказать, будет марафончик небольшой и музыкальный, как обычно. Сейчас вызываю, Руслан, да. Вы прям сразу за Пашей, ну, да. Он же у нас открывашка. Вот, Павел Николаевич, а вы давай готовьтесь. Ага. Все, гитарку. Спасибо.